Крупнейший IT-гигант IBM совместно с финтех-стартапом Veridium Labs, который специализируется на экологических решениях, планирует токенизировать квоты на выброс углерода посредством блокчейна Stellar. Подобные квоты используются компаниями, чье производство связано с загрязнением окружающей среды. Доходы, полученные от продажи токенов Verde, будут направлены на возрождение на острове Борнео лесов площадью 65 гектаров. Для реализации проекта будет задействована публичная сеть Stellar, что сделает проект доступным множеству людей во всем мире.